Отцепили кузов, сейчас надо его оттянуть чуть-чуть в сторонку. Джик-джик. Поворотиком надо чуть-чуть его. Одной рукой не сильно удобно, но не важно. Сейчас пойдет. Сейчас он, водичка смочит ему. Неудобно одной рукой. Тут надо две сразу делать операции. И выпихивать, и запихивать. Входит и выходит. Замечательно выходит. О. Не достанет. До сварки не достанет. Не достанет. Ложим, Саня. Ложим, 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 ложим. Чик-чик-чик-чик. Чик-чирик. Я... Вот так вот. Это все одной рукой. Гая рулит, пацаны. Гаяшка в теме. Называется подъем-переворотик, да? Так, Саня, отцепляем его теперь. Вторая серия марлезонского балета. На паузу пока нажмем. Сейчас нам нужно его зацепить и развернуть полностью на 180 градусов, а потом перевернуть. Вот сейчас Саня цепляет сам. Все. Я и Саня работаем вдвоем. Бригада У, да? Работаем до двух. Как-то так. Сейчас попытаюсь посымать, кому интересно. Кому не интересно, они смотрите. Просто мы берем и делаем. Саня будет сейчас сидеть в кузове. Скажет, что нельзя, но, а ему лазить. А я его сам попытаюсь перевернуть. Провернуть. Отпало, Саня, отпало. Я провернуть тебя. Как-то так. Есть, чик. А ну тот, Саня, да-да. Угловой. Сиди там, сиди, не бойся. Я сам боюсь. Что, херово? Да Татра мне все равно, Татра. Вращай его, Саня. Крути давай его. Сейчас. Одной рукой не сильно удобно вращать, пацаны. Тут надо его об землю уронить, чтобы он начал крутиться. Типа вот так вот. Типа вот так вот. Раз. Джик-джик-джик. Проходим, проходим. Татра. Тихо-тихо. Сварка там у нас. Все четенько. Должно быть все рассчитано. Все рассчитано. Хоп-хоп. А вы говорите, все можно. Если голова есть, и вы шапку на ней носите и едите в нее, это уже хорошо. А если еще и думаете, то еще лучше. То еще лучше. Блин. Одной рукой, блин, не сильно удобно. Ну сейчас уже. Короче, вы увидели, что мы его развернули. Сейчас отцепим нормально. Все, пацаны. Развернули, сейчас Санечек видос вам запилит, как мы его вращаем. Только не нажми на экран. Вот и все. И все у нас получилось. Сейчас мы чуть-чуть сюда подсунем, чтобы у нас была дорога. Да и все. А может, а что нам выезжать надо? Ну, Саня, что мы его подсунем, наверное, да? Отцепился. Ага, хорошо. А мы сейчас его зацепим, ладно. Короче, пацаны, вы увидели. Следующая операция. Съем манипулятора.
ты? Давай. Короче, вы увидели. Подъем. Или воротик легенький, да? Берем и делаем. Все. Дрова нам не надо. Сейчас умные напишут, что грязи. Нормально. У меня мойка есть. Помоемся. А что робить? Все, пацаны. Всем добра и мира. Пока мы занимаемся.